Всем доброго утра! У нас уже 9, наверное, даже почти 30, и мы идем завтракать. Рафонька, доброе утро! Доброе утро! Мальчики, доброе утро! Доброе утро! Доброе! Мы с нас начали готовить уже блинки! Генки наши. Генки с яйцами, да? Сенсей, он с краю. Так, Афанасий, мы ждем сейчас. У нас жарятся гренки. Здесь у нас яйцо. Буквально, может, там столовая ложечка водички, соль, перец. Все перемешано. И хлебушек. Ну, конечно, сейчас эти обжарятся, мы их перевернем. Как называется этот хлеб? Батон. Батон и пшеница. Да. Батон. И пшеница. Мама, лёд, как хлеб. Показал, как надо есть хлеб? Да. Ну, Родя же поедет. А пусть меня с ним поселят. Родя и Богдан там вроде бы точно поедут. Тетя Люба, я не знаю, но тетя Вика тоже поедет. Мы точно поедем. Ты сам или с мамой ты поедешь? Не, я сам буду. Да? А, уже была такая поездка, да? Это чьи у нас цветы стоят? Не знаю, чьи это у нас цветы стоят. Красивые цветы. Трубочку? Да. Сейчас дам. Так, все, всем приятного аппетита. Я так буду. Мам, начинай. Если кто готовит, кто первый что-то ест. Берет, да. Чтобы готовил. Я первый. Потом я готовлю. Афонечка, а можно без трубки? Куда? Туда, на крыльях. Ну, да что ты сразу стонешь? Он там просто будет смотреть как бы с тобой. Ну да. Хочешь поехать? Да. Хочешь быть? Мам, я хочу тоже же там заниматься. Ну заниматься тебя туда никто не пустит, сына. Да? Так, ладно, детки, я пошла бабушке. Это не футбол выбирать, смотри. Футбол два места, второе место. Второе место, да. Перетягивание канат. Я пошла, это бабушке с дедушкой помогу, хорошо? Да. Иду на огород. Бабушке с дедушкой буду сейчас помогать лук сажать. Туманчик, вот видите, где речка, там все равно плохо видно. То есть туман еще не разошелся весь, хотя уже 10 часов. Под малину вот папа перегной тоже засыпал. И уже обрезал, все подвязал. Знаете, что? Подвязывал этими хомутиками электрическими. И перегнойчика. Вот целая куча, вон, которую купили, и ее сеют на кровати. Вот так вот надо сажать лук. Тыкать, да? Все, я тоже, мам, иду. Так, продолжаем сажать лук. Называется сорт Радар. Вот такой вот маленький. Мы его вот так вот тыкаем. Папа сейчас бьет бороздки. Самодельной штукой. Это мы сколько сейчас? 20 килограмм вам посадим? Да. И потом еще 20 другого сорта, да? Ну да. Это
сейчас рода 20 килограмм, потом трое. Да. В общем, сейчас сажаем радар, а потом будем еще трой. О, ну да, блин, нет, пока выберем, то потом скинь. Какое? А вон, черный. Вот это удобрение такое? Ну да, да, лучше иметь земли там. Черный жемчуг. Вот такое вот удобрение. При посадке. Угу. Это где оно у нас? В Динской, да, продается? Ага. Такие черные гранулы, коричневые. Один клиент уже созрел. Едет. Ты едешь, Фофанька? А другие два мальчика играют в комнате. Всем привет! Иди сюда, будем смотреть, что мы тут делаем. Тут лук мы сажаем, да? Чтобы тут был лук. Ну все, едь сюда. Лучший фитнес – это огород, по-моему. Куда? До мамы? Сейчас мама дораскидывает черный жемчуг. И еще папа даже какую-то отравку, да? От всяких жучков и паучков, которые из земли. Да, как же она называется? А, почин какой-то, да? Да ты его чуть перегной, да? У соседа какая красота, тут и цветы, и вот эта же рябинка тоже очень красиво. Все, посадили. Сколько мы? 20 рядков, да? Лука. Как он забыл? Радар, да, называется? Да, вот это еще для троя место. Теперь домой. Что? Нет, дождика не было. Видишь, как сегодня ну хорошо. Не, ну уже туман же прошел, солнышко вышло. Все уже в нам. Туман же это воду потом. Угу. Сухие. Хотел, чтобы были мокрые? Не, я проверю. Пчелки, где работают. А это даже осы, это не пчелы. Высасывают сок из винограда. Их тут даже бабочка прилетела. Мама, сейчас буду на рыбалку. Ну, сходи. Так, мы обедаем. Что, ты подождешь? Что такое? Мы сейчас с Антохой будем есть спагетти у нас с вот этим соусом долмио. Мы уже попробовали, он такой вкусный, но базилик чувствуется очень хорошо. Прям с базиликом. С базиликом или с базиликом. Даже запах базилика. Да. Все, приятного аппетита. Так, готовим ужин. У нас сегодня жаркое по-домашнему с курицей. Это здесь бедрышки, голени и крылышки. Сейчас порежем морковочку. Так, жаркое почти готово. Здесь у меня курица обжаренная с овощами, морковка, лук, болгарский перец, чеснок, картошка внизу и водички немножко. И Афонька с пистолетом. Это кулик.
Так, 4 часа у нас. Идем все на улицу играть. Вернее, кто играть, кто работать. Мама, ух ты, тут сколько птичек летает, да? Мама, всем привет! Я Ваня, Богомолок, где-то? Мы сегодня... Мама, я сейчас переведу. Сегодня мы будем есть яблоки. Да! Нет! Да! Антоха, открывай ворота, Степе. Степ, что, мне еще идти помогать или уже нет? Да, можешь идти работать. Да? Я только вышла. Иди помогать уже не надо. Тун-тун-тун. Картун-тун-тун. Да? Угу. Ой. Мама, док-док. Бульдог. Дог-дог. Худ-дог. А что значит такой дог? Собака. А бокс? Бокс, коробок. Собаку вы выпускаете на ночь? Да, Степ, конечно. И чё? Ничего. Ты какая ветка с яблоками офигенная. Все такие большие яблоки. Вот это да! А у нас тут, знаете что? Опять было время, порезала яблок. Вот, так что опять полная сушилка. 5 противней. 1, 2, 3, 4, 5. И крышка. Все, а теперь будет готовиться до завтра. Так, а еще у нас тут котел. Несмотря на то, что тепло на улице, гляньте, какой тут огонь. Все, подкинула в котелик еще дровишек. Маленько, пока 2 ведра всего дров. Вот такие вот, это какие тут строительные ведра. И 2 полных ведра нужно спарить. И тогда у нас достаточно тепло. Один раз в день 2 ведра спариваем, и тепло. То есть каждый вечер я сейчас протапливаю, и вода успевает нагреться. Вот такой у нас бойлер. Что, сынок? В общем, вот такой у нас бойлер для воды. Он, как это называется, греется и от котла у нас, и здесь вот какой-то тут из краников, из красных, вот этот или вот этот, я уж точно не помню какой, перекрывается, и тогда он греется от электричества. Поэтому 2 ведра нам хватает нагреть до 40 градусов. Вот сейчас 20 градусов 40, и я могу спокойненько помыть посуду. И мы можем обмыться все. Не прям набрать полную ванну, но все под душем обмоются, и всем хватит воды. На сколько же он литров-то у нас? Что здесь написано? Литры не написано, а ТТН. Здесь литры точно не написано. Не знаю, 120, по-моему, или 200. Не помню. Или 200, 200, по-моему, да, 200 литров. Или 120. В общем, неважно, но много. Так, я купила нори, поехала, 99 рублей, 20 грамм сделано в Корее. В общем, будем сегодня делать роллы. И включила канал, он называется «Школа сушиста». Вот здесь такой чувак прикольный. Вот, и у него урок номер 10, как сварить рис для суши в домашних условиях. Идеальный рецепт риса. В общем, сегодня готовим по нему. Взяли обычный рис. Все как по его видео. Это обычный рис на развес, краснодарский. 500 грамм риса, 550 грамм воды. Сделали заправку. Здесь 3 столовые ложки сахара, чайная ложка соли и 55 грамм уксуса, и все это перемешали. Рис уже сварился, остывает, он получился прям, как нам кажется, средний, такой, как нужно. Так что смотрите на этом канале «Школа сушиста», как его варить. Разрезали мы листы нори на 2 части, напополам, потому что вот так вот, оказывается, делают роллы, а мы делали с целого листа раньше. Что еще? Огурцы. Все, мы правильно резали. Редиску не будет закласть. Крабовые палочки и рыбка. А сейчас же еще сыр у меня есть. Так, ну что, все мы накрутили роллы. Это с 0,5 килограмма риса получилось. Вот столько вот роллов. Зоя, Гриш, посмотри за Зоечкой, пожалуйста. И
сейчас мы их будем резать. Накрутили мы роллов. Блин, как же вкусно пахнет этот имбирь. Только что Вера наложила. В общем, все получилось даже лучше, чем в прошлый раз. И все дело в этом рисе, да? В том, вернее, как его варить. Так что мы счастливы. Ты счастлива, родня? Я счастлива, родня. Как же без фото в Инстаграм? Может, убрать мои терпеть? Отруби. Что тут за девочка? С тобой? Как же без тебя-то, да? Улыбочка? Сыр! Зайчка, привет! Любовь у нас тут? Да! Так, Маргарита, ты все сказала? Всем до свидания? До свидания, поцеловала. Кого ты поцеловала? Хрена, что ты стоишь? И все. Всех поцеловала? Да! Что ты хочешь, Афоня? Что ты хочешь? Скажи, пожалуйста. Я сейчас тебе все постелю. Убирай, пожалуйста, подушечки, хорошо? Там висит, я же сейчас без халата-то. Ну, стойте, дай. Марго, давай покажем, как мы делимся. Тогда скажи, как забросить вот этот чек. Только еще чек не бросится. Какой давай. Чек? Марго. На старт, внимание, марш. Да. На старт, внимание, марш. Тихо, тихо, тихо. Детки мои, на кровати. Ну и что? Антош, тут опасно, не надо, Антоша. Видели, как мы деремся? Всем пока, надо уже говорить. А когда мы будем спать? Да? Ты уже устал сегодня? Да. Ты же сегодня в обед ты не поспал, да? Да, прокопал. Поэтому устал, да? А муха там прокопал, а накопал. Угу. Ну все, спокойной ночи. Спокойной ночи.